В Семее прошла ярмарка, организованная в целях поддержки товаропроизводителей области Абай. Смысл ярмарки заключается в том, чтобы генеральные подрядчики познакомились с местными товаропроизводителями и поддерживали их производство. Ярмарка строительной отрасли прошла в нашей области впервые. Ее главная цель – поддержать развитие местного малого и среднего бизнеса. Всего на ярмарке было представлено более 20 местных строительных компаний товаропроизводителей. Стоит отметить, что сфера строительства в нашей области очень развита. В нашем городе действуют заводы по производству цемента, кирпичей, шпал и многого другого. Наряду с этим семьи изготавливают пластиковые окна, электропровод и кабель, а также устройства для уличного освещения. Пройдя круг, вы можете построить дом. То есть от цемента начиная, завершая благоустройством, завершая чистовой отделкой. Все производители здесь представлены только в нашей области. Есть парочку дистрибьюторов, но это для ассортимента. И самое главное, мы направили эту выставку не для прям вот целенаправленно для народа, а именно для генподрядчиков. Здесь находится также наш отечественный товаропроизводитель в виде детского игрового центра, воркаут-площадка, которая также производится в нашем городе. Все это сделано для того, чтобы поддержать отечественного товаропроизводителя, чтобы подрядчики и профильное управление нашего акимата знали о том, что такие товары производятся в нашей области. Ярмарку посетили руководители областных управлений, представители городского акимата, а также заместитель акима области Дмитрий Гариков. Он рассказал, что поддерживать малый и средний бизнес особенно важно. Ну, я думаю, что таких крупных производителей, как наш цементный завод, силикатный завод, нет необходимости представлять, хотя они тоже здесь у нас участвуют и представили свою продукцию. Но больше ориентировать именно на развитие малого и среднего бизнеса, потому что здесь вот у нас выставлена продукция наших предпринимателей, которым надо поддерживать и развивать. Специалисты говорят, что цены для местных подрядчиков будут доступными, ведь в первую очередь им не придется переплачивать за доставку материалов из другого города или даже страны. В дальнейшем такие ярмарки планируется проводить ежегодно наряду с выставками легкой промышленности. Ботагоз Дандыбаева, Аян Сергазинов, телеканал «Семей».